Фу, это все? Охренеть! Вроде все. Ну и жесть.
Ну, началось. Наконец-то. Смерть врагу! Ну все, в бой. Ох, ну, наконец-то. К нам пришли! Ну, давай, подходи. К нам пришли. К нам пришли. Прикончим сюда! Ну и жесть. Класс. Еще лучше. Пока что все. Наконец-то. Да. Yeah.
класс. Еще лучше. Это все? Меня на мушке.
дело. Thank you.
Макейб знает, что с этим делать. Аж не верится, что эта тварь убита. А Клементина бы сюда пошла, если бы пошла, то убила бы эту тварь.
Жесть. Фу, охренеть. Фу. Ха, не поднять. Наконец-то.
Ну, наконец-то. Ну, началось. Наконец-то. Так, к бою. Но началось. Ну давай, подходи. Это все? Huh?
Отпускайте! Жесть! Чужакам сюда нельзя! Берегитесь! У нас гости! Фу, наконец-то. Перебьем чужаков. Класс, еще лучше. Ну давай, подходи. А чтоб меня? Будем защищаться. Вроде все. Чужакам сюда нельзя! Ну, началось. Охренеть! Чужие! Ну, началось. В атаку! Нам
кто-то есть! Да! Да! Чужаки! Убить их! Ну, погнали. Вроде все. Вроде все. Класс! Еще лучше. Класть уже некуда. Ура!
Да уж, плохо дело. Вроде все. Твою же мать! Что это было? Yeah.
дела. Охренеть! Нужно оружие. Надо найти оружие. Игру успокаивают, как транквилизатор. Смотри, слушай, ляг, молись. Они ждут, смотрят, наблюдают. Она умерла. Никто. Никто ничего не сделал. Скучаю по ней и по конфетам. Не видел. Внизу шумно. Она проснулась. Нет, я не сплю. Не сплю. Я знаю, что ты сделал. Это пленники или охрана? Все вокруг спят. Это зараза. Я могу уйти. Могу, могу. Просто... Нам есть опасность. Ждут. Выжидают. Так, к бою. Это все? Все вокруг нас сдвинулось. Это пленники или охрана? Сдвиг. Все. Сдвинулось. Смотри. Слушай. Ляг. Молись. А что мне оставалось?
началось. Наконец-то. Придумай что-нибудь. Придумай что-нибудь. Говори, чтобы не заснуть. Ну все, к бою. Я что, задремал? Охренеть! Ну все, к бою. Ну и жесть. Что такое? Я занята. Меня здесь запер мой же персонал, как обычную пациентку. Не думала я, что со мной так поступят. Но ничего, все к лучшему. Зато теперь я смогу доделать скульптуру. Свои сны. Саму ночную ткачиху. Пока я сплю, и она кормится мной, я вижу ее ясно, как день. Но когда я просыпаюсь, образ тает. Я уже вытесала несколько скульптур. Все они были неточными. Но вдруг я увижу их вместе и вспомню. Увы, я их все потеряла. Уже и не помню, когда именно. Что ты хочешь узнать? Именно это я и пытаюсь выяснить. Но ты не даешь мне работать. Это же элементарная психология. Мы так воздействуем на пациентов. Искусство способно... Извини, мне некогда все о себе рассказывать. Я должна доделать скульптуру. Тебе еще что-то нужно? Да-да. Чтоб меня. Все не то.
всех нас заберет.
Так, к бою. Место кончилось. Меня надеется вся деревня. Только я могу всех спасти. Положить некуда. Свет. Пока что все. Что это? Я могу уйти. Могу. Просто не хочу. Еще лучше. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Да что со мной не так? Ну и жесть. Ничего не выйдет. Что со мной не так? Ничего не выйдет. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Чтоб меня, все не то. Нет. Чтоб меня, все не то. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Нет. Я. Что?
меня. Все не то. Чтоб меня. Все не то. Да что со мной не так? Ничего не будет. Только она меня и понимала. Ну давай, подходи. Не знаешь, доктора давно не было. Надеюсь, все еще хорошо. Охренеть! Черт! Всех нас заберет. Теперь все иначе. А что мне оставалось? Я видел. Он оторвал ей. Ну, давай, подходи. Наконец-то. Я устал. Спать нельзя. Да что со мной не так? Ну, началось. Ничего не выйдет. Ох,
Ну, наконец-то. Ну, ты. Что ж, мне приятно такое внимание. Удалось что-то найти? О, да, прекрасно. Я думала, что лишилась их навсегда, когда мир сдвинулся. Их отняли у меня бездарные медсестры. Потому что я безумна. Неужели не ясно? Просто я не ожидала, что моим бестолковым подчиненным хватит духу восстать против меня. Даже удивилась. Долгая история. Мне являлась во сне ночная ткачиха. И какое-то время я доверяла эти тайны пациентам. Это, конечно, вопиющий непрофессионализм. Мне очень стыдно за произошедшее. После долгих бессонных ночей я рассказала о своих видениях старшей медсестре. Ее снисходительный взгляд привел меня в ярость. Вскоре медсестры набросились на меня в моем же кабинете и затащили сюда. Я кричала, звала, но никто не пришел. Меня даже не навестили ни разу. Дилетанты. Да, верно. Не представляю, что натворили эти дилетанты в мое отсутствие. Не удивлюсь, если выпустили пациентов. Трудно объяснить. Наверное, потому все и кажется безумием. Сначала об этом заговорили пациенты. О переменах, невидимых чудовищах и, конечно, о ткачихе. Я приняла это за массовый психоз. То же самое говорили и за пределами лечебницы, что лишь подтвердило мои догадки о психологической инфекции. Возможно, она пришла ко мне во сне. Ночная ткачиха. Именно такой ее и описывали пациенты. Я видела ее во сне, даже когда сон уходил, оставляя только тьму и ужас. Я проснулась в страхе. Несколько часов не могла сказать ни слова. Тогда я увидела перемены в мире, незаметные мне прежде. Трещины в стенах и за тенями. Я начала замечать, что врачи и медсестры злятся на пациентов или вовсе игнорируют их. Казалось, что они видят то же самое, но отказываются в это верить. Мы их защищаем и заботимся о них. Нашим пациентам не место в обществе. Они могут навредить себе или другим. Наши медсестры некомпетентны, но за пациентами здесь ухаживают хорошо. По крайней мере, так было при мне. А меня не навестила ни одна медсестра. Даже поесть никто не принес. Очень любезно с твоей стороны думать, что я могу быть в чем-то уверена. Я врач. Точнее, была врачом. Я верю лишь в то, что могу измерить или увидеть. Но я видела слишком много. Я ни в чем не уверена. Если я не безумна, значит, обезумел весь мир. Хорошо. Да-да. Чтоб меня, все не то. Это снова ты? Меня еще не раз. Что ты хочешь? Ладно. Да-да. Да что со мной не так? Ничего не выйдет.
Она умерла. Никто. Никто ничего не сделал. Наконец-то. Так, к бою. Все, к бою. Да. Да. Yeah.
Stop them, my lord! Это все? Мир так изменился. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Это снова ты? Не нашлось ли еще моих скульптур? Вот и она. Последняя. Наконец-то они вместе. Такие похожие и такие разные. Этим они напоминают мне ткачиху. Я вспомнила. Спал корни Берус и увидел зубы и тропу. И черную вуаль, жестокий свет, что гонит тьму. Два медных зуба, что блестят из гребней девяти. Семь листьев тома одного, который не найти. Спал Тедди Берус, крепко спал и видел сон дурной. А утром помнил только ночь и тьму, и холод злой. Звучит, конечно, странно, но эти слова я и пыталась вспомнить. Они передают не столько образ ткачихи, сколько ощущения. Спасибо тебе. Когда-то мне эту песенку пела мама. Я не знаю, что значат ее слова, но... Говорят, что песни помогают нам вспомнить забытое. Она напоминает мне ткачиху. Конечно. Когда-то мне... Я не знаю... Она напоминает... Ну, вот теперь я стесняюсь. Но раз ты настаиваешь. Спал корни Беру, два мы... Спал Тедди Беру. Ладно. Постой. Ты что? Что мне оставалось? Почему? Почему никто не вмешался?